Да, приветик, я сейчас мебельным. Что-то у меня последнее время одни только шопинги. Ну так получается. Сейчас мебельным, и мы пришли сюда по приглашению. Нам прислали приглашение и там какие-то скидки. В общем, интересно нам посмотреть, может что-то понравится, может что-то купим. Вообще мы любим мебельные. Общали тут вино и сыр. Ну, ни вина, ни сыра, что-то я не вижу. Ладно, тут, мне кажется, что-то можно будет интересное найти для видео, так что пойдемте прогуляемся по мебельному. Я видела и подешевле. Тоже очень-очень красивые, такие громоздкие. Это 819 долларов. Ну, что-то здесь дороговато все. Я бы сказала, что в два раза дороговато. Явно мне придется, наверное, ускорять звук. Так не люблю это делать. Так вот, королевский размер. У нас вообще-то размеры такие, знаете, стандарты. Вот есть twin, то есть близнец, есть full кровати, размер на кровати, это я размер как кровати говорю. Есть full, это значит полный размер, есть queen, королева, и есть король. Вот, пожалуйста, king size, король. Ну, здесь три человека таких нормального размера могут поместиться на этой кровати. Отличный размерчик. Конечно, спальня должна быть большая, иначе рядом с этой кроватью ни тумбочка, ничего не поместится. Симпатичный такой черный. Не черный, а такой темный, темно-коричневый, почти черный гарнитур. Знаете, какую штуковину тут блестящую поставили. Она так стоит, блестит и переливается. Привлекла меня. Интересно, что это такое? Что за кадушка такая? Я вообще-то люблю немножко другого плана мебель, ну. Такая здесь. И многим такая понравится. Не буду сейчас делать видео только о том, что я люблю, правильно? Мало ли что я люблю. Людям интересно посмотреть, что вообще здесь. Это вот скорее ближе к тому, что я люблю. Ближе. Не совсем то. Вообще у меня такой вкус, как я поняла, называется мужское направление, потому что я люблю темное. Я люблю earthstones. И именно вот темные earthstones. Вот такие вот всякие коричневые, горчичные. Очень люблю ткани вот таких цветов. Люблю очень бургунди. Вот здесь близко к тому, что мне нравится. Вот кровать сама по себе, она без комодиков, без тумбочек, просто так видно осталось. И вот тут вот такое вот. Сородили, кстати, зеркальце классное. 362 аж. Вообще мебель здесь дороговатая, как я сказала уже. Все вот такие вот мраморные покрытия на мебели. Очень даже вот такое вот у меня тоже мраморное. И тумбочка красивая. На мою очень похоже, но немножко по-другому сделано. Сейчас кровать покажу. Вот эта кровать называется сани. Ну, санки. Эти кожи там. Красивая кровать. Тоже, по-моему, кинг, король. Королевская такая. Для короля. Называется сани, потому что вот так, видите, закругленная такая вот. Такая спинка. Как в санях древних, да? Я хотела сказать, классная... Чер. Хороший такой стул для бара, барный. Он немножко выше, чем обычные стулья. Ну, чтобы подходил к бару, бар же выше. С всякими этими финансовыми кризисами, я вам скажу, мебель стала попроще. Раньше было больше красивой мебели, больше такой шикарной мебели. Сейчас немножко попроще. Вот это очень интересная такая в старинном стиле выполненная кровать. Гляньте, видите, такая headboard. Ну, вот эта вот спинка... Задняя, да? Очень высокая, вот такая вот кожаная вставка, у нее красивая. Ну вот что-то тут вот такое вот творится. Видите, детская, класс. Для деток. Симпотный такой наборчик, гарнитурчик. Я уже зашла в детскую мебель. Здесь красиво все. И музыки нет. Там сейчас в магазине Hortons. Вот такой вот часто тут можно увидеть. Двухэтажные кровати. Детей всем их много. Попробуй размести их всех. Вот так и вот два этажа и размещают в комнатах. Такой вот стиль. Интересный. Эти каменные вставки там есть. Вот.
Я не знаю, каменные они или нет. Скорее всего, просто тайл, плиточка. Ну, якобы каменные. Я хочу показать, какие интересные вот эти сосуды. Из чего они, интересно, сделаны. Их оценили аж 69. Один 69, маленький. А второй, ну, тоже столько же. Не буду заходить туда. Очень красивый данный бунсет. Мне понравился. И вот это еще небольшой такой. Такие красивые. Даже не знаю, как вот эти назвать эти шкафы. Хач, наверное. Не аналогичные. Вот я поняла, что то, что у них уже стояло здесь какое-то время, отправили вот в эту комнату. Надеюсь, какая-то скидка есть. Помните, я вот эту вот бочку, барную стойку, бочка теперь барная стойка снимала уже. Так, она мне нравится. Обалденная эта бочка. Гляньте, как тут все. Набор красивый такой. Все интересное. Стол, стулья. Есть такое слово в английском языке, whimsical. Это тоже мне нравится. Dining room table. Со стульями. Кожаная подушка. Вот какая-то вот для спины другого. Другой материал использовали. Тоже так интересно все здесь. Красивая офисная мебель. Вот и письменный стол. Вот такого плана письменный стол. Такая вот офисная мебель. Полностью весь гарнитур. Это очень крутой стол с кожей, видите, с кожаными вставками. Необычно очень дорогие. Он огромный. Классный письменный стол. Интересный алкогольный такой вот предмет. Даже не знаю, как его назвать. А там, вот видите, там подставки вот сзади для телевизоров. Ну, вот примерно вот так вот. Ну, мне нравится подставка сундук. Вверх классно. И он продан уже. Видите как? Такие огромные часы на стенку. Эти часы стоят 269. Типа мебель обычная для комнаты с телевизором. Ну, если вам совсем диванчики не поснимала, вот это для домашнего кинотеатра. Почему я так говорю? Видите, тут приспособление электричества и вот cup holders для чашек. Вот такая вот, такой вот cup holder с подсветкой. Тут еще и пульт в нем. Такие вот, вот такие называются sectional, уголком диваны. Тоже для кинотеатра. Видите, для чашек такие вот штучки, углубления. И просто диванчик. И вот эта штука, вот видите, вот внизу, она выдвигается для ног. И можно в таком полулежачем положении смотреть телевизор, даже спать на нем. Ну как, не ночью спать, а так. Присел и заснул. Тоже очень приятно. Рога на люстру пустил. Диванчики светло-коричневого цвета. Кожаные. Я люблю кожаную мебель, очень люблю. И очень легко мыть. Вот красивая очень кожаная мебель. А вот этот вот, не знаю, не вижу. Сколько, тоже столько же. И кресло. Красивое, хорошее кресло такое. Не вижу, сколько кресло стоит. Знаете, вот захотелось мне вот это вот снять, для того, чтобы вам показать, что здесь нет такого, знаете, как вот у нас решили все, что хрусталь не моден в каком-то году, давно уже, и стали его стесняться. Здесь такого нет.
Здесь он, в общем-то, никогда не выходил из моды. Он вот так вот параллельно и существует. Вот видите, как его здесь выставили. Ребята, буду с вами прощаться. Всем хорошего настроения. Пока-пока.